В Одессе в квартире одноэтажного дома на Бабеля произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате возникло частичное разрушение крыши здания со смещением несущих балок и шифера на общей площади 15 квадратных метров. Во время взрыва 41-летний хозяин квартиры получил ожоги 95% тела. Мужчину госпитализировали в реанимационное ожоговое отделение 10-й городской клинической больницы.